готовые продукты принимаете? Дело в том, что я по образованию провизор и 31 год отработал с лекарствами. И никто, наверное, лучше меня не знает, как работает лекарство. Поэтому я на сегодняшний день стараюсь, чтобы у меня дома лекарств не было вообще. Потому что природа Всевышний устроил совсем все по-другому. Наш организм живет и работает только тогда, когда в организм поступают строительные материалы для всех групп клеток. А они не превращаются в эти материалы из нашей пищи, если не будет витаминов, микро-макронутриентов и всего остального. Поэтому вопрос о том, чтобы почему мы принимаем, просто потому что природа так устроена. Нас просто всех с детства приучили, что все проблемы решаются через аптеку. Но вот эта вот постановка, она существует всего 120 лет. До конца 19 века медицина была другая, натуральная. И вот сейчас мы возвращаемся к тому, что организм обладает колоссальными регенерационными свойствами, может сам себя исцелять, если клетки будут получать то, что им надо.